Арикс представляет. Мне кажется, что весь мой жизненный путь каким-то удивительным образом вел меня к тому, что я наконец вошел в клуб основателей Арикс. Тим и Лаура Сейлс. Все началось еще в детстве, когда я захотел очень популярные кеды фирмы Converse All Star. Мне не нравились теннисные тапочки, которые мне собиралась купить моя мама. Тогда мама мне сказала, если ты хочешь эти кеды, пойди и заработай на них. И я начал косить траву во дворах соседних домов. Мой личностный рост начался именно тогда. Когда я скосил траву в нескольких дворах, мне заплатили. Я заработал на кеды. Помню тот день, когда я их купил. А еще помню, как сказал себе, так ведь это совсем не тяжело получать то, что хочешь. Следующий урок я усвоил в спортивной секции по борьбе. И это осталось со мной на всю жизнь. Однажды, когда я переодевался, в раздевалку вошел тренер, и я заговорил с ним. Сказал, что действительно хочу стать лучшим. И он ответил мне, если ты действительно... Хочешь стать лучшим, Тим? Нужно сосредоточиться на одном. Тренируйся, доводи свою технику до совершенства и делай следующий шаг. Как на тренировках по борьбе, так и в армии, я понял, что такое работать в команде. Эспри де ко, что значит командный дух. Я верю, что служба в спецвойсках невероятным образом проявляет это чувство. В школе дайвинга мы работали в парах. Если мой напарник опаздывал, то мне приходилось его подталкивать. Мы постигали вместе эту всеобъемлющую концепцию команды, важность которой я осознал немного позже. Если бы мы нашли бомбу под водой, то оба знали бы, что делать, ведь отрабатывали это упражнение много-много раз. Как когда-то на тренировках по борьбе я отрабатывал свои приемы. Мы были настоящей командой. И когда реально натолкнулись на бомбу, каждый знал, что ему делать. Абсолютно точно, в правильной последовательности, без ошибок. Вот почему, думаю, я все еще здесь. Но пришло время, когда мне захотелось большего от жизни. Я хотел независимости, я хотел свой собственный дом. И знаете, это было как тогда в детстве с фирменными кедами. Я хотел купить свой собственный дом. Я откликался на любую рекламу в газетах, готов был продавать все, что угодно, хоть ножи для кокоса, но случилось так, что мне попалась компания сетевого маркетинга. И как каждый раз случается в моей жизни, чем бы я ни занимался, косил ли траву во дворах, занимался ли борьбой или служил в армии, все сводится к одному. Я тренируюсь до тех пор, пока каждое движение не будет отточено. Сетевой маркетинг ответил мне на вопрос, как получить то, что я реально хочу. Так же, как я могу получить дом, я могу получить и машину, и красивую одежду. И еще один дом на берегу океана. И дом с полем для гольфа. И у меня все это есть. И все благодаря сетевому маркетингу. Все это я получил благодаря MLM. Но сетевой маркетинг — это нечто большее, и этому есть миллион других причин. Одна из них — это самый органичный бизнес из всех, что я видел. Я сам достиг определенного уровня с помощью упражнений и тренингов и стал помогать членам моей команды. Понемногу я стал осознавать, что могу использовать навыки и умения других людей в тренингах. И тогда в команде у нас будут расти чеки. В течение 5 лет я работал действительно очень напряженно. Это без вопросов. И потом я ушел на пенсию, потому что в сетевом маркетинге, если вы все делаете правильно, у вас будет постоянный чек. Чистый доход. Что я и сделал, и выйдя на пенсию, мой доход был в виде 7-значной цифры. И в течение 18 лет мне не нужно было работать. И вот я на пенсии, наслаждаюсь жизнью вместе с Лаурой, и тут Арикс. У меня были деньги, у меня был определенный уровень жизни, у меня было все. Но мои личные принципы заставили меня вернуться к работе, когда я увидел, что Арикс собирается сделать в индустрии по отношению к лидерам, по отношению к своим представителям. Я всегда старался быть в курсе того, что происходит в MLM, чтобы помогать лидерам индустрии. Компания Арикс с самого начала была лидером. Это был их боевой клич. Я чувствовал, что обязан помочь. Если хотите, отдать все мои знания и силы.
Это было именно то, что надо. Когда компания Arix вышла на нас с предложением, мы задумались. Как сказал Тим, он был на пенсии. Мы ждали ребенка. Нам необходимо было все хорошенько обдумать, чтобы быть уверенными в том, что данное решение будет лучшим для будущего нашей семьи. Знаете, Тим очень логичен во всех своих исследованиях. Он провел много месяцев в тщательном изучении каждого нюанса. Мы взвесили абсолютно все. И, конечно, мы приняли решение идти с Arix. И это самое лучшее решение, которое мы когда-либо принимали. Мне так нравится то, что мы делаем, потому что, как мама, я не представляю, что мне нужно вскакивать каждое утро, отводить ребенка в сад и бежать на работу, работать по 8 часов, приходить домой и проводить всего несколько часов с моей семьей перед тем, как лечь спать, а затем просыпаться на следующий день и делать то же самое. Мы много раз это обсуждали. Мы проводим каждый день вместе, завтракаем вместе, обедаем. Днем, если мы хотим посмотреть фильм, мы делаем это. Но поймите меня правильно, конечно же, мы оба много работаем. Мы работаем вместе, и мы это обожаем. То, что мы делаем, мы не считаем работой, потому что это такое удовольствие. Мы можем работать дома, иногда даже в пижамах, и каждый день наша семья вместе. Когда мы только начинали работать, одна женщина спросила меня: «Тим, что заставило тебя поверить в Arix?» Поверить в то, что все получится. Я ответил: я буду делать так, чтобы у компании все получилось. Это моя работа. Я думаю, это особый дух единства клуба основателей. Некая связь, когда все мы сказали: мы это сделаем, потому что мы это сделаем. Я хотел бы сказать компании Arix спасибо за приглашение в клуб основателей. Моя мечта сбылась. И спасибо огромное, Arix, за возможность работать вместе, мечтать вместе, за то, что наша семья может быть вместе каждый день. Это самое главное для нас. Спасибо, Arix, за то, что вы выбрали нас в качестве партнеров. Клуб основателей.